Излишняя зарегулированность бизнеса, завышенные тарифы на электроэнергию и многие другие вопросы были подняты в разговоре, который провел Владимир Васильев с руководителями целого ряда предприятий региона. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме внимательно выслушал директоров, высказав свои соображения по каждой проблеме. В начале каждого года тверской бизнес предлагает внести в федеральное законодательство те или иные изменения. Как правило, речь идет об избавлении от излишней зарегулированности, необоснованных обременений и штрафов. Причем всякий раз это не просто спонтанно возникшие идеи директорского корпуса. Они проработаны юридически в конкретное постановление правительства Российской Федерации, в конкретный федеральный закон, при каких условиях можно изменить подход, чтобы не страдали государственные интересы и экономические интересы предпринимателей. В ходе нынешнего разговора руководители предприятий подняли целый ряд проблем. Например, когда из-за наличия символического, но пока еще не оплаченного штрафа, компания лишается права на получение господдержки в значительной сумме. Или когда энергетики требуют во что бы то ни стало заплатить аванс, в противном случае угрожая ограничением в объемах поставки электричества. Выслушав каждого, Владимир Васильев заметил, что в целом руководители предприятий занимают верную позицию. Вопрос о том, чтобы контроль был эффективным, не избыточным, не парализующим, не формальным, не преследующим свои узковедомственные интересы пополнения штрафа. Образно говоря, получают штрафы на тысячи, ущерб наносится на сотни тысяч, а то и на миллионы. Это только первая из подобных встреч, которые запланированы в наступившем году. Каждый такой разговор имеет большое значение для предпринимателей. Ведь это означает, что федеральный парламент слышит их, и каждое предложение будет рассмотрено на заседании профильных комитетов.